Казахская история о любви теперь знакома жителям Южной Кореи. Жемчужину национального фольклора спектакль «Кыжыбек» представили на международном фестивале мюзикла в городе Тегу. Чем удивили организаторов и гостей фестиваля артиста Станинского театра «Жастар», узнал наш собственный корреспондент в Южной Корее Владислав Цой. Фестиваль в южнокорейском городе Тегу – это единственный в мире международный фестиваль мюзиклов. И впервые в нем принимает участие казахстанский профессиональный театр. Организаторы решили пригласить артистов именно с постановкой «Кыжыбек», так как, по их мнению, она ярко демонстрирует казахский национальный колорит. На фестивале в Тегу свои постановки представили театры из 8 стран мира. Организаторы решили с помощью мюзиклов познакомить южнокорейских зрителей с культурой других стран. Мюзикл «Кыжыбек» не похож на другие произведения, которые мне удалось увидеть. Я бы сказала, что оно насыщенное. Однако пока для нашего зрителя такие произведения непривычны. Но думаю, что с Тегу начнется знакомство южнокорейцев с казахстанским творчеством. Опера, рок, казахская национальная музыка, каскадерские трюки – все это представлено в мюзикле «Кыжыбек». Реквизита было так много, что сначала в Корею отправили багаж, а затем приехали артисты. Немало времени ушло на перевод текста постановки с казахского на английский и корейский языки. Мы видели на фестивале другие мюзиклы. У них одни танцуют балет, другие поют в хоре. А мы и балет сами танцуем, и песни сами поем, и цирковые трюки сами исполняем. Это наша особенность. Судя по аплодисментам, премьера мюзикла «Кыжыбек» прошла успешно. Больше всего зрителям понравились голоса артистов и акробатические трюки. Мне очень понравилась история казахских влюбленных. Понравился герой, которого отвергли. В целом история была понятна благодаря схожести музыки с корейской. Благодаря сегодняшнему показу мне захотелось больше узнать о Казахстане, его музыке и культуре. История любви «Кыжыбек» и «Тулигена» понравилась не только зрителям, но и организаторам фестиваля мюзиклов. Поэтому артисты столичного театра «Жастар» пообещали еще раз приехать в Тегу и показать другие произведения казахского искусства. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, Южная Корея.